Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Вселенная регулярно отправляет этому человеку разные знаки, чтобы помочь в решении каких-либо вопросов, облегчить страдания, принять решение, не оступиться или жить счастливо. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Значение буквы «Э» говорит о хорошо развитой интуиции, любознательности, умении выделять из набора разрозненных фактов главное. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Очень часто их глаза постоянно попадают на одну и ту же комбинацию цифр в разных местах, но им не следует этот знак недооценивать. Случайности в их жизни не бывает, об этом им стоит помнить всегда. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Буква «Э» в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Эти люди не воспринимают вторых ролей. Они всегда хотят выделяться и быть в центре внимания. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.